Сегодня прошло очередное заседание так называемых ялтинских ребят, которых обвиняют в участии Хизбут-Тахрир. На сегодняшнем заседании прокурор продолжил оглашать материалы уголовного дела. Единственное, хочу напомнить, что сегодня ровно 2 года, как задержали Алимова Рифата и Арсена Джипарова. Их задержали спустя 2 месяца, как задержали других ребят. И причиной их задержания стало то, что они отказались категорически свидетельствовать против Муслима Алиева, против Куку, против Сирука, против Инвера Бекирова. После того, как они категорически отказались свидетельствовать, их через 2 месяца также арестовали, провели ровно 2 года, именно 18 апреля в их доме обыск, и вот они 2 года уже находятся там. Скажите, пожалуйста, как себя чувствуют незаконно удерживаемые ребята? Здоровье, психологическое состояние, жалуются ли они на что-либо? Сегодня, к сожалению, мне конкретно не удалось пообщаться в связи с тем, что нас поздно подключили по видеоконференц-связи, поэтому уже суд был в зале суда, судьи, и в результате этого нам не удалось пообщаться. Ну, в Северокавказском окружном военном суде сегодня находятся родственники, и я думаю, у них будет больше информации о самочувствии, о настроении ребят. Как ведется линия обвинителей? Что они, у них есть новые улики, либо новые свидетели? Пришли ли свидетели по этому делу? Ну, новых улик не может быть, так как следствие уже закончилось. Все доказательства по данному уголовному делу уже собраны. Поэтому прокурор, сторона обвинения, оглашает лишь только те доказательства, которые собрали следователи. И из свидетелей сегодня никого не было. Я хочу напомнить, что вчера мы должны были допрашивать заместителя муфти Айдера Исмаилова, но в связи с его болезнью он не явился. На сегодняшнем и завтрашнем заседании свидетели допрашивать не будут, а будут оглашаться только материалы уголовного дела. На будущих заседаниях уже будут представлены другие свидетели обвинения.